Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами хочу поговорить о Криштиану Роналдо и Лионель Месси. И давайте попробуем разобраться, кто же из них лучше. Напишите ваше мнение пока в комментариях, как вы считаете, кто из них вам больше нравится. А я начну рассказывать свое на текущий момент мнение. А на самом деле, все-таки, если возьмем мы Криштиану Роналдо и Лионеля Месси, то давайте будем смотреть правде в глаза, да, как ни крути. Лионель Месси крайне талантливый, крутой игрок, который делает технические действия. Он технически классный чувак, однозначно, он очень хорошо исполняет. Тут просто даже и обсуждать нечего. Исполнял, давайте будем обращать внимание, Криштиану Роналдо. Более атлетичный, более спортивный, более харизматичный игрок. Лионель Месси, как человек, мне кажется, конечно же, он более интересный. И здесь он будет круче, именно круче, то есть он более душевный, он более правильный в этом плане. В данном случае, считаю, по данному моменту Лионель Месси проигрывает Криштиану, точнее, наоборот, выигрывает у Криштиану Рональдо. Но если мы возьмем чисто спортивные достижения, понятно, что там, да, можно считать цифры, фактические факты, да, но я бы обратил внимание на другое, что Криштиану Рональдо играл во многих клубах, играл на высоком уровне. Лионель Месси играл в основном в одном клубе и сейчас перешел, да, там уже какое-то время назад в ПСЖ. И здесь, конечно же, в ПСЖ он уже не так у него все получается, то, как было это в Барсе. Поэтому считаю, что Криштиану Рональдо может прийти в любой клуб, абсолютно в любой, и показать класс игры. И он реально может тащить команду по факту на себе. Лионель же Месси именно зависимый игрок, зависимый от команды, лично мое мнение. Да, кстати, кто не подписан, поставьте лайки, подпишитесь на канал и сделайте репост. Смотрите, я считаю, что в этом плане Лионель Месси более ведомый игрок, и Криштиану Рональдо в этом плане будет круче. Почему? Потому что он более дисциплинированный, он более может вытащить игру сам, вести команду за собой. И помимо этого, он еще длительное время находится на самом высоком физическом уровне, что ему помогает. То есть он сконцентрирован, он собран. Да, он бывает эгоистичный, он бывает иногда нехорошим человеком с точки зрения морально-этических, возможно, прав, да? Но хотя он тоже очень много чего хорошего делал, давайте будем честными. И поэтому для меня лично Криштиану Рональдо будет круче, чем Лионель Месси. Напишите ваше мнение, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.